Случилось что-то в городе моем. Пустыни раскаленные остыли. Смеются люди в городе моем. Дождем освобожденные от пыли. Ребят, всем привет! Радостная новость. Нашлись добрые люди, которые выпускают сборник стихов Алексея Романова. Леша сам, конечно, этим делом не занимается. И никогда бы не занялся бы, потому что он не такой человек. Он настоящий житель планеты Земля, который просто вот делает свое дело. Поэтому хочу вас просто с этим совсем поздравить. Говорят, там будет совершенно что-то новое, не опубликованное. Я очень рад. Надеюсь, вы тоже. И еще важная зимняя информация. 19 декабря в ЦДЛ будет презентация этой книги. Я думаю, что Алексей не удержится, возьмет с собой гитару, и мы еще там послушаем его вот эти самые наши любимые песни.